поставила? Все, сейчас, секундочку, парни, маты, Саша, маты, пожалуйста, помогите друг другу и нам тоже. Что такое? Вот, Гулиев Руслан Сафилович. Раз. Сегодня 21-го, да? 21-го, пожалуйста. Держи, остался один билет. Смотри, один Б. У тебя одно занятие, и, соответственно, будет батя, ну, абонемент взять. Хорошо. Андрюш, помоги, пожалуйста, мату убрать. Руслан, поролоны, помнишь, да, куда в стене? То есть, это хорошо, если... До января. Да, если я, вот, то есть, если январь закончится и начнется февраль, я не смогу. Да, тебе одно занятие осталось. Да, мы когда берем, например, подписываем, да, вот здесь, январь написанный. У тебя нет такого билетика? В следующий день, когда придется, надо соревнования срочно. Мы сегодня, видишь, хотели сделать, не успели, чтобы ты выиграл, и ты еще возможность была. Вот пишем месяц. Вот в этом месте а его надо использовать. А что там делать надо? Легкотня. Че, Руслан, расскажи ему, что надо тут сделать. Там нужно делать подтягивания на брусьях. Вы, маты, постелите и расскажите, да. И расскажешь ему что-то. Не мне, я же знаю. Ему расскажи, а то он не знает. Все, Андрюх, помогите только парням, пожалуйста, расстелить. Все, то есть... Все, одно занятие сделаешь, и бать потом как надо, какого абонемент захочет приобрести, такой приобретет. Все, то есть у меня это последнее занятие вот сегодня. Осталось. Нет, вот это одно осталось у тебя. Еще одно. А, вот. То есть... Одно ты кончился, одно кончилось. И вот это одно занятие у тебя осталось. Да. А вот сейчас это. Сейчас у тебя мы потратили билетик. Вот да, этот. Один. Да, вот он. 21 число. 21 число. Это, который мы сегодня хотели сделать розыгрыш. Надо пройти небольшое испытание. Подтягивания, отжимания, простые действия. Там на выносливость, на ловкость. На следующей неделе приходите, мы устроим. Это подарок на 3 занятия мы даем. Всем, кто проходит, еще особенно, кто свой показатель улучшает. У тебя осталось желать на следующей неделе, приди, вместе кончается. Саше надо, чтобы ушел. Осталось одно занятие. Да. Вот это. А потом батя приобретает. Саша пойдет? Сегодня? Я надеюсь. То есть, если я во вторник приду, у меня вот... Мы его вычеркиваем. И ты прозанимаешься, и потом, когда захочешь абонемент приобрести, то да, есть приобретаешь вот это, абонемент. Сегодня это я истратил. Да, это ты потратил. Это вот да, это как яблоко ты скушал. И вот одно яблоко у тебя еще осталось. То есть, получается, завтра, во вторник я приду, у меня это занятие истратится, я могу вот это взять. Ты позанимаешься, да, и потом, если захочешь, приобретешь абонемент. И третье, ну, вот самое последнее. Самое последнее, да, три штучки, да. А то я думал, это, то есть, у меня закончилось сегодня, и это вот сегодняшнее. Нет, это же, видишь, два квадратика, две галочки. Да, просто вот мусорка стоит. Вот мусорка стоит, вы что, потеряли? Да. Парни, помогите, пожалуйста, маты достелить. Вот его, они... А, Никитос, молодец, красавчик. Помоги, пожалуйста, маты достелить. На следующей неделе Сашу дергай, приходите. На следующей неделе заниматься. Все нормалек? Да. Все, прости, пожалуйста. За что? Борьба. Да нет, у меня просто палец болит, так бы я там... Так, флешка ваша здесь? Да. Ну, блин, ну смотрим, смотри, ну, другие ты это... Может быть, ты возьмешь, чтобы другие скинули на нее и дадите все вкупе? Потому что, смотри, я сейчас возьму раз, а где они потом флеху будут искать? Ты посторопи. Ну, я могу взять. Ты ее возьми, лучше пусть все вместе скинут, пусть подпишут. Я, конечно, догадаюсь, кто от кого. Я ваш-то видел и реально пойму. Просто других поторопи, пожалуйста. Все нормально? Все хорошо, но надо, ну, я потом объясню. Надо чуть-чуть доделать. Вам надо было, Никита говорил, нет? Надо было голос запустить. Голос ставить, когда я что-то делал. Вы так переделали. Это четкое было бы штука. Я тоже так говорила. И друг, да это вы в самом начале это обсуждали, но я удивлен, почему вы не сделали. Почему вы не сделали. Поторопи, пожалуйста, всех, ладно? Потому что Егор сделал, Ренат... Егор сделал, он скинул, просто мы забыли на флешку скинуть. Ну и все, и посмотрим. Я все хорошо будет. О том, глядишь, что сегодня Егор говорит, а что, говорит, они не делают. Захотят, если они какие-нибудь занятия выиграть без оплаты, может быть, тоже смонтируют видео. Может, возьмет, он захочет смонтировать видео, как он здесь учится элементиком, да, разным. Или как, например, гимнастика, ты еще боксируешь четко. Взял сегодня всех набоксировал. Видишь, ну что это такое? Ты всех заборол, он всех забоксировал. Как же будет? Вот и гимнастика. Все, вы во вторник едете? Я в субботу поеду. Нет, на... Понедельник. В понедельник едете, да? Понедельник. Четко сделаете все, да? Осанку, все дела. Так не гони. Никитос, едете, осаночку, все красиво, там рассказываете, конечно, показываете. Все забрал, телефон. Ох ты, Флешку забрала. Да. Все, самочувствие как? Ноги устали. Сейчас ее, конечно. Слушайте, пойдем, обуемся, перенесем ее еще раз в другое место. Парни помогут? Да.
Парни, Денис Владимирович, поможете? Все нормально, батя? А, я вам верю. А, вы как поедете, вдвоем? Я бабушка, моя бабушка. Денис, 8. Все договорились? Моя бабушка ровно 8 придет за мной. Хорошо, все а понял. А сейчас пойдет, все равно близко. Вы сейчас пойдем, чтобы, Марк, чтобы парни, бабушка не была? Стой, Сергей Сергеевич, поднесите. Лука, иди помогай стоечку, пожалуйста, носи. Тихо, тихо, не ругайся. А вот что, это... Да нет, вышли? Марк, Лука, а вы билетик сегодня приносили? Волшебный билетик Сергею Сергеевичу сдавали? Вот, вижу, да, сдавали. Как, вы сдавали? Ну, а вы их забрали обратно, билетики? Нет. Как нет? Ну, вы он у вас сдавали. Не будет забирать, Сергей Сергеевич, это без носов. Серый, ты же им отдал билетики? Марк, ты что говоришь, что нет? Иди проверяй, где ваши билетики. Марк говорит, что ты им не отдал билетики, ни ему, ни Луке. Да вы гоните, что ли? Я вас тогда заставил это их забирать. В прошлый раз был разговор. Ты чё? Ты чё? Ты их забыл? А ты ему здесь что поставил два билетика? Вот как было в прошлый раз, давай я оставил, просто отминусовал, да, от основных занятий. От основных. Билеты дома а ищи, билетики, как в тот раз. Осталось. Ты давай, не байки, не рассказывай. И батя сказал, где ты их в рюкзак кишешь, ты их забыл. Ты давай, давай, ищи, братан. Слышишь, Марк? Это три занятия. Это три занятия. Нет, дома нет, точно не ищите, мама, ищите. Нет, Лука, не балуй. Сто процентов. Потому что мы не оставляем себе эти билеты, это ваши билеты. Денис! Денис! Чей удостоверение, кто забыл? Я. А, блин. Еще один. Баван, красавчик. Баван, баван, ты готов? Давай, все, до свидания. А в 3 года. Сухожилище? Да. Мам, в 3 года. Марк, потом доедешь. Братан, поделись с братом. Лука, слезай. Марк, время. У нас же время. Батя выехал? Батя выехал? Нет, а кто, мама? Бабушка? Папа на работе. Бабушка? Бабушка и дедушка. С Русланчиком поделись. Да не, мне не надо. Не хочешь? Мне кажется, Андрюш, поделись. Это будет хороший поступок. Хорош. Сергей Сергеевичем поделись, как он за вами ухаживает. Как он вас... Вон, с Дашенькой поделись, с Никитом. Хотя бы предложи девочке, знаешь, как приятно обмусоленную тобой булочку. Даша, хочешь? Он мне вместо девочки. Да? Ну и хорошо. С Лукой поделись. То, что у Луки есть вторая булочка, я знаю. Ты просто поделись. Так, Никит, я Дарик флешку отдал. Никитос, поторопите, Ренатика там. Лука, 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 не балуй, не балуй. Руслан, что ты с ним балуешься? Ну пусть залезает, ладно, хочется ему там. Ты за курткой полез, что ли? Он, видишь, самостоятельный. Марк, ты хочешь на одной руке отжиматься и кушать? Братан, опасно, потому что горло забитое, набитое. Дыхательный аппарат не нарушай. Он самостоятельный, это хорошо. Вы что, на самостоятельного человека? Не самостоятельным называете. Ах, ты уже 2 года. Вода, воевода. Чё-чё-чё, скажи, мне тоже интересно. Слава богам, предкам нашим, все правильно. Так, у всех настроение, самочувствие, все хорошо? Молодцы. Ну, этот... Да, все, всего доброго, до свидания. Все, хорошее выступление. С набитым ртом, Руслан. С набитым ртом, помните, Андрюша, с набитым ртом ничего не делайте движений. Можно вздохнуть и подавиться. Прожуйте и все. Лука, с Русланом поделишься? Дайте помогу открыть. Дай я помогу открыть. С Русланчиком поделишься? А то никто так и не поделился с ним, да? А все ели? Руслан, все ели. Руслан, тебе друг? Да. Руслан, дай пятюню. Все, братан, все, все. Держи. Стоп, стоп, Руслан, погоди, на, поделись. Конечно, скажи, друг. Ну, кусочек из уважения возьми, маленький кусочек. Раскрывай аккуратненько. Да, все, да, всего доброго. А что, Саша ушел, не попрощался? Нет.
Отломи, отломи, он ему радостно, ему радостно будет. Почему реально. А ты вот так возьми, возьми, Руслан, сам отни, маленький кусочек отломи. Знаешь, как хлеб с солью встречают? Это не соль. Ну это так называется. Приятного аппетита. Красавчик. Все, приятного аппетита, ребята. На следующей неделе, Марк, ищи билетики. Братан, вот такой ищи, куда ты их оставил. Я вам. А он у них один на двоих. Андиашвили Лука, Андиашвили Марк. Он у них один на двоих. Он у них один на двоих, и я его отдавал 100%. Андрей, Руслан, все, бабушка пришла? Все, всего доброго. До свидания. До свидания. Че, вниз поставили, в самый низ? Опять давали. Нет, не в самый низ. Между этажами там площадка. Сергей Геннадьевич, да. Может, вы папе отдавали? Спроси у папы, но зачем бы я отдавал папе, если она ваша? Как? Ну ладно, потом. Потом и Серега расскажешь, потом и Денис расскажет. Так, саморезки, все, ты снимал, что ничего не было, да, никакой. Выходи. Давай. Давай вот туда, в коробку положим. Так, ты все проверил, да? Вот. А, блядь, а разве такая же основная? Ну ее может быть это? Ты как крутим, да? Да, да, я тут делаю, но она прикручная. Ставим давай, так. 1.10, да, я думаю, 1.10. Да. Так, сейчас Николай Алексеевич позвоню, скажу ему слов, воды снять. Как ты сейчас там? Сейчас я помогу. Хочешь, давай, переодевайся, я все уберу. Здорово. Я с тренера ухожу. Да, она с 4 до 8. Лежи, пожалуйста, отнеси туда. Лука, Марк, поделитесь с Денисом Владимировичем и Сергеем Сергеевичем булочкой. Только не выкидывайте еду, поделитесь. Лука. Сейчас, давай, я тебе короче. Мне не надо, я не хочу. Сергей, просто из уважения, я думаю, это хорошо будет. Маленькие кусочки, я думаю, они радостные. Лука, не жалко же тебе? Лука, тебе не жалко, мне нет. А тебе, Марк, жалко, что ли? Не, мне не жалко, у меня просто булки нет уже. А вот этот кусочек? Ты его выкидывать собираешься? Нет. Не выкидывай, не вздумай. Ну вот кусочком поделись вот этим, Сергей Сергеевичем, и Лука с Денисом Владимировичем поделится. Лука, неси к Денису Владимировичу. Беги прям, принеси ему и скажи, Денис Владимирович, угощайся. Это хорошо, это хороший поступок. Научись делиться, парни. Это в жизни очень сильно пригодится. Сколько он забрал? Ну и ты это кушай. Приятного аппетита, братишка. Молодец. Только вот это в мусорку все выкинь. Ладно, потом. Еду не выкидывайте. Еду нельзя выкидывать. Лука, слышишь, еду не выкидывай. Ага. Никогда не выкидываю. Молодец. Вы все убрали? Это мне? Да. О, брат, благодарю. Надо же. Я даже не ожидал, что вы со мной поделишься. Вообще красавчик. Так, Николай Алексеевич трубку не берет. Ну, Федотенко, будешь говорить, что дверь мы снялись? Говорит. Сейчас Сергей да? освободится. Я ему сегодня звонил, трубку не берет. Ну, Юдашин тоже говорит, он не берет трубки. Братан, ты не знаешь, куда ее деть? Лука, а? Ты не знаешь, куда ее деть? Не, он дома, сейчас. Не выкидывай, пожалуйста. Да, просто он что-то засуетился, забегал. Парни, пожалуйста, еду не выкидывайте. Билетик ищи, ладно? Лука, да, день просто на кухне уже. Как она начала там истерить? Да жесть вообще, блин. Как она начала, не знаю, слышно, нет, не было, ебать. Она как и начала. Туда они там места нет. Я говорю, слышь, блядь, там мы порядок навели, как места нет. Нет, там места нет. Я говорю, мы наводили порядок, ламинат убрали. Нет. Я не могу ответить. А? Я послышала, что вы мать сказали. Мать сказал? Да. Да, я мать говорю, мать, отец постоянно говорю. Я иногда, я, у меня, знаешь, у меня из-за инвалидности, из-за моей ущербности, я иногда невнятно произношу слова, и они кажутся как ругательными. Невнятно, да, я произношу. Поэтому, парни, простите меня, пожалуйста. И вот, как истерика началась там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прием. Я говорю, я понял, все, сейчас будем это. Прием. Уши модные, да? Прием. Так, ребят, за вами приехали? Точно? Они уже не модные, как год. Да хорош ты что рассказываешь, очень даже модные. Они были модные, когда там... Так, что мы сегодня хотели еще? Снять двери, что еще хотели? Не помнишь, Денис? Ну, мы хотели замок сверлить.
Войны? Все, перехотели. Войны, наверное, перехотели. Перехотели. Вот сейчас как раз уберем там блины, замки. Лука, ты что так долго? Помоги ему, Марк, Лука. Или попроси Дениса Владимировича, он тебе поможет. Ты что там не можешь? Застегнуться, что ли? Я могу. Давай, 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 конечно. А вас бабушка ждет? Или кто ждет? Дедушка. Дедушка, дедушка ждет, конечно. Ну что вы? Ладно. Точно, будь здоров. Будь здоров, кто? Лука, ты чихнул? Да, чихай. Чихун. А, это чихун, чихун. Так, у нас кто принес? Анастасия Далаева от Артурчика, да? Остановиться, это мне приспичило домой, это мост уже. Вот так я в подлокотник сцепился, ну, вообще, не дай бог, я чувствую, раз приспускаю, потом опять. В общем, домой бежал, вот просто, вот лишь бы только со мной никто не заговорил, лишь бы никто не встретился по пути. Как дал потом просто бах! А это с утра у меня приехал, там первый вареничками угостили. А с творогом такие вкусные, они со сметаной. Я так как сналопал. И как потом молочные продукты. Вареники с творогом и со сметаной, да, как молочные продукты. Да потом. Ну, весело. Но зато. Так. Реально, я думаю, я сознание потеряю. Ты представляешь, я чувствую, я бледный, у меня жар, мне все. Все. И чувствую, даже если. Ну как бы пердануть это опасно. Вот в чем дело. Могу вывалиться. Я неделю назад такой что-то Настюх, ну мне, ну он говорит, даешь банан типа того, пропадает. Мам, идешь? Ну что-то блин, ну что-то. До свидания. А достал? До свидания. До свидания. Внизу попрощайтесь с Татьяной Ивановной, ладно? А достал варенье, ну оно не варенье, а просто клубника замороженная. Секунду, секунду. Вот этот камень после приматов, я не знаю. Он лежит здесь, откуда он. Я пытался понять, откуда он вылетел. Это вот я вчера, да, вчера пришел на тренировку, он был здесь сверху, вроде не мог вывалиться. Вот как будто кусок. Да? Может быть, из-под оттуда. Что-то там откуда-то. Так, рассказывай, что выкинули. Хотя там вроде бы. Вот здесь бы вывалялся. И, в общем, коктейльчик себе тоже замешал. Как бы там, ну. Микс. Молоко, банан, клубника, куркума, корица, короче, там, гвоздички насыпал. И в этом, ну, в этом, как его, измельчитель. И этот, ну и в стаканчик такой, все радостный, хожу, такой, думаю, о, нормально, думаю, и сытно получилось, и вкусно так. И потом прям этот, через часок, наверное, я прям уже этот, сижу там на толкане, аж подпрыгиваю. Я реально охуел я сегодня. Вот просто я чувствую все, все, я кони не вину. Либо сознание потерял, либо что-то это. Просто если потерять сознание, чтобы вас увидеть. Хорошо, свой, ехал. Бля, представляешь, если потерять сознание, ну тогда придется обосраться. Если сознание потеряешь, я обосрался. Вообще попадусь. По идее. Но есть прикол. Наверное. Хотя хуже знает. Ну да, потому что когда сначала. Может, туда. Нет, вообще, смотри, вообще хуй не терпишь. Вот если только не забитый кишечник, когда люди разрывают кишки, кал вырывают. Ну да. Это кал.
пищевод, блядь, выходит. Вот. Это, конечно, жопа, когда просраться не мог. Я, кстати, обратил внимание, знаешь, на то, вот сколько лет назад, и после того, как опять, ну, заниматься начал, да, гимнастикой, все, по-другому стало. Терпеть реально тяжелее, блядь. Стало, я не знаю, почему. Потому что, мне, это... кстати, да, наверное, вот там как-то почистилось там чутка, блядь. Это вредно терпеть. Нет, терпеть это не вредно, но избыток калорийной массы, они гниют же там, блядь. Вот, что мы что. Конечно, да, говорят, вот, терпеть надо учиться, но определенная мера должна, потому что у меня были случаи. Что, Серый, помогать? Сюда лучше, да, сюда ты молодец с этим. Как они? Катульки. Да, вниз. Это Денчик, еще поможешь Серу? Просто, ну, он любитель оригами, он всегда очень так аккуратненько подходит к процессу сложения. Ну, смотри, он, да, прям для себя. Что? Да, нет, ну, сейчас не до аккуратности вообще. А ты нормально, что тебя стирают? Я уже с минус сваливаюсь прям спать. Я сегодня после ночи, и считаю, сюда к 4 надо. Я спал. Я не знаю, что сон какой-то. Я каждый час, короче, просыпался. Просто просыпаюсь, и все, ничего не понимаю. Правда, дальше спать. Ровно час проходит, просыпаюсь. Я сел с тобой, когда... Смотри, у меня там 10 утра, 11 утра, 12 дня, час дня, в 2, думаю, так, наверное, пора вставать. Еще на полчаса. И мы с тобой что, не виделись, да? Кто какой день, еще не сумственность, я Денис так сказал это вкратце. Не сумственность, я стоял возле зеркала, брился полностью, опустошенная, полностью, как вот, блядь, ну так, стоял, брился, прям выбривал все полностью, на лысо, блядь, все, усы, бороду сбривал. А Денис вчера это был, я тебе вчера сказал. Вот смысл такой, что-то ожидается, что-то такое резко ватное, ненужное, блядь, ожидается. Не знаю, чего, откуда. Ну как, знаю, может быть, догадываюсь отчасти, но не хочется в это акцентировать. Так вот, про терпение. Научиться терпеть — это хорошо. Лишний раз и санитку вытерпеть, и прочее, и прочее. Но случаи были, блядь, это опасно. Поэтому, если умудриться терпеть так, чтобы потерять сознание, потом обосраться, ну, я думаю, как бы статуса это не даст, да, вот. Ну, дотерпел бы это. Но были моменты, Захар рассказывал, да, в метро в Москве ехал, и без, да, просто. Или у меня было такое, ну, вот я постоянно бегал, это называется, спутником. Вот бежит строй, рота, я должен вокруг всех бегать, понимаешь? Потому что вечно, ну, наказание был, так я умудрялся бегать, испражняться, сбегать, и опять бежать, догонять, вот, бля, это жопа. Представляешь, бежит 50 человек, и вокруг них вот так вот бежишь. То есть, когда надо быстрее, потом как-то, а стоять нельзя, они, беги, я бежал, блядь. Вот так, а из того, что, да, из того, что мне надо... Принять туалет нормально, все, не за 15, не за 5 секунд там в этот, а вот так. Вот вечно за чистоплотность и прочее, и прочее. Поэтому. Че, Денчик, че там с батей разговаривал, расскажешь? Ну нет, ну, мы общались чисто так, знаешь, я позвонил, естественно, поздравил со всеми праздниками, так по трудовой деятельности пообщались, он рассказал, как на заводе. Все у них складно там. Повод звонка какой был, ничего да. Там нет. Ну сначала, я сначала просто именно и начали с того, что я здоров, как дела, с праздниками, со всеми там. Ну я сейчас так это просто рассказываю. Естественно, я не так там здоров, как дела. Ну как положено, с уважением. Узнаю, кому просто звонить. Да и здорово сказать это с уважением. Вот. И этот начали просто вот за общую. Вернее, даже знаешь как. Он сам меня первый спросил, о, Денчик, здорово, я тебя по голосу еще помню, как дела? Вот, и все, и знаешь, как бы рассказ я ему рассказал там и про трудовую, и так, и про семейную, и чуть-чуть там, в общем, в целом все хорошо, все счастливы, радостны, довольны. Ну и у него, естественно, тоже появилось, там, как здоровье, как служба, дружба, все, пока рад, доволен, вроде там заказ есть, все, и есть. А не знаешь, что делать, он сказал? А? Он сказал, что они там делают? Ну, вагоны. Платформы, да. Ну, вот он про это не сказал. Он говорит, планируют такие, промышленные. Для сельскохозяйственных там. И ну, домкары они хотят делать там, ну, еще пару вагон-платформы. Я понял.
Это я узнал вообще еще в другом, ну, вернее, сначала в другом месте узнал, это потом. Я говорю, что, как там? Он говорит, да, вот, делаем сейчас пока наоборот. Ну, не и, в общем, когда уже договаривались, я ему просто рассказал. Он такой, ну, он меня переспросил, говорит, у вас там что, как, трудишься? Я говорю, да, все рассказал ему, ну, напомнил, что там же все. Вот, и как бы расширяемся, сейчас народ набираю, люди нужны. Я говорю, собственно, поэтому-то я и звоню. Поинтересоваться, где у тебя Диман, как у него дела, где трудится, не трудится. Хотел предложить ему трудовую деятельность. Он такой, а что за трудовая деятельность? Я говорю, ну, он такой, блин, Диман-то, он говорит же этот, ну, он же, говорит, не сварщик, не слесарь, тебе кто нужен? Я говорю, да не принципиально, чтобы, говорю, был сварщик или слесарь. Мне, говорю, как бы просто по своим парням всех, ну, по своим, говорю, всех обзванивают, потому что висит объявление. Висит объявление, требуются люди, набирают сейчас народ. Говорю, в первую очередь хотелось бы, конечно, чтобы были все свои знакомые, все, чтобы было все четко. Потом уже, говорю, все остальное там по объявлениям или еще откуда-то. Говорю, да, ну да, типа правильно, я понял. Ну, говорит, Димана сейчас нету, и телефона у него тоже нету. Поэтому, говорит, давай, как я увижу, я, говорит, ему передам, чтобы он вышел с тобой на связь. Я говорю, добро. Я говорю, он, говорит, сам вообще как, что, трудится где-то? Нет? Ну, сейчас. Он говорит, ну, ездил, типа, в командировке на юга. Сейчас, говорит, вроде пока здесь. Конкретно, где трудится, сказать не могу, потому что не знаю. Может быть, уедет опять на юга. Здесь, типа, знаешь, как бы вроде трудится, но непонятно. Знаешь, он, короче, так двояко ответил. Потому что они... Он и не сказал, что ни хера не трудится. И не сказал, что как бы где-то там что-то конкретно прям застолбился. Вот, возможно, там поедет. Я говорю, ясно, я понял, ну, если человек, как увидишь, его пообщается, напомнит. Просто по факту-то и никто и не знает. Почему? Ему, если, говорю, интересно, пускай будет со мной на связь, говорю, откуда он собирался. Он говорит, да, понял, благодарю, говорит, все красавцы, вы прям вообще молодцы, всем здоровья вам всем. И все. Про тебя, ну, тебя не стал, никак их не указал, ничего делать, что мы с тобой там что-то проговаривали, что там еще что-то думал. Я сначала просто думал, знаешь, как сказать, думаю, да и с Серегой как бы разговаривал, вроде бы он там что-то говорил, Димана там, может быть, подтянуть или как-то еще знаем, что парень рукастый, но не стал так тоже ничего говорить, чтобы, ну, специально рассылку на тебя не делать. Они очень вот, рады. Но чувствуется, да, в разговоре чувствуется какой-то такой вот переживательный у него. Сын, любимый сын. Да, да, и представляешь, еду, короче, он говорит, да я все сейчас, ну, за тетю Наташи, говорит, собираюсь. Я говорю, все, я понял, Наталья Михайловна, говорит, передавай. Все, тебе передавай, с праздником со всеми поздравляю, все будет, давай счастливо. Да-да-да, все, пока, попрощались, я еду. А я как раз выезжал из дома сюда, в зал. И я еду, представляешь, заворачиваю на Полтавской, на Полтавскую заворачиваю. И у меня такой глюк, короче, что Диман идет, прикинь. Но это не Диман был. Проходят два типа, прям вообще обдолбанные, прям такие серьезные, давай такие прям... Они, знаешь, один прям такой, такой идет в развалочку. Я даже тормознул, я даже, в смысле, знаешь, где проходили? Пешеходный переход проходили, как от родителей, выходите на этот магазин там, такой, зеленый, синий, или красный, белый. На штанге было, вот колечко на штанге было, я убрал, пытался найти. Где пешеходный переход, они вдвоем такие проходят, я прям чувствую, знаешь, такую прям какую-то опасность, блядь, от них. Вот прям в машине я сижу, да, понимаешь, я вижу эти два тела, они идут. И сзади такой, знаешь, смотрит, бах, Мишанька идет. Я такой, ну хуя. За ними. Да, за ними. Я такой, ну хуя, сначала, блядь, прикол.
Ну, знаешь, он, ну, он проходит, я пропускаю их троих, получается, пешеходный переход, и прям проезжаю, не стал ничего останавливаться, кричать его. Я просто проехал пешеход, вправо немного прижался, ну, короче, развернулся, посмотреть, ну, мало, бля, потому что движуха просто какая-то нездоровая, мне показалось, ну, да, я думаю, нифига, думаю, бля, как да. Ну, и потом, смотрите, два типа, короче, в сторону, ну, прибор? Нет, пошел Мишанька в сторону прибора. А эти два типа, как бы, знаешь, по диагонали, по Полтавской, в разрез куда-то там, блядь, в Кушари, короче, уебали другую сторону, блядь. А Михаил Анатольевич, да, туда, ну, он пошел встречать как раз, часто я их тоже вижу, и раньше видел. И молодец, они прогуляются, встретят. Мы вот гуляем, особенно летом. Вот он, да, говорил. Мы часто прям с ними встречаемся. Он маманьку встречает, и мы гуляем. Все, да, шкаф закрываем. Все, не пасти, пожалуйста. Что? Ну, то, что это. То, что сегодня тебе и позаниматься, и подраться, и все еще это. И Денис сегодня дернул с этими. Совсем с этими. Не, мне наоборот, я хорошо, что я приехал. Хорошо, что я успел этот, ну. Я рассчитывал к четырем, но видишь, мне не услышать. Получилось. Смысла нет, я думаю, сейчас блинчики отобедят. А нет, я не блинчики, я вот сюда заправляю. Мы смотрим, они каждый раз лазят. Они каждый раз лазят с надеждой, что, может быть, не закрыли. Просто ты приехал, самое главное увидеть, что опять с охраной происходит. Вот к чему. Слушай, Серега, ну я не про эту тебе композицию говорю, которую ты ставил. Это «Мураванка». А ты, наверное, по Скуды Дринка. Там тоже такая. А, это она все-таки Скуды Дринка, да, какая-то, да? Скузринка. Вот там и две «Мураванка» и Скузринка. А этого типа слышали, которого я скинул тоже, да? А, про это? Про Эндис Саратов. Возле реки что-то стоят, как братья Эндис Саратов. Я не слышал, что там. Нет, я смотри, давай, ладно. Так, Серый, ты жесткий диск, да, принес? Да, вот немного. Про Эндис Саратов? Где? А кто он такой? Хорошо, что он еще указывает Покровский, покровчане. Это местный наш? Что-нибудь? Наверное, не знаю. Немало есть в России городов, что славятся своей красотою, но эти два из глубины веков стоят над Волгой матушкой рекою, и на двоих у них одна река. Записки вот такие вот, лет 5, вот эти места мрачные. А им видно фамилии, кто такой поет? Ничего нет, мне вообще просто скинули. Ничего нет, да? Нет, ничего, да, нету. Ну, слова... Я написал, как бы, кто это. Просто можно слова... Текст... Все, и вот так заканчивается. Слова песни найти, и все, он выдаст. А этот, вот она. Сейчас тебе скажу.
Посмотрите передачу, как они снимали эту музыку. Автор музыки рассказывает, как консерваторию. Ну-ка. Да, Студизанка. Студизанка, да. Это вот уже Украина.